Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей, и сегодня мы продолжаем играть в Fall Guys. И да, я сейчас в костюме Искателя Сокровищ. Ну что ж, погнали испытывать новые режимы 5-го сезона. 59 человек, я так понимаю, сейчас начнет эту игру. И у нас урбанистический кросс. Эх, когда-то урбанистический кросс тоже был новым. Это было целый сезон назад. Обалдеть. Вау! Вау! Почему я не устоял на платформе? Так, опа! Опа! Сатурн! Что? Тут делает Сатурн. Вы просто объясните. Воу, воу, воу. Ауч. Лучше пройду по-нормальному. Зачем вы дураки? Черт. Отлично. Надеюсь, людишки быстро все пройдут. Динозаврик! Как ты до сих пор тут? Мохнатый пришелец. Дурачок. Чё ты делаешь? Я просто не понимаю. Просто смотреть на это не хочется. Это что за убожество? Это ужас. Ой, бедный человечек. Немножечко не успел. Фух. И у нас не детские качели. Да что ж такое? Почему в последнее время мне часто попадаются не детские качели? Меня они бесят, особенно во втором раунде. Второй раунд, если он гоночный, то он далеко не легкий. Потому что все нубы выбыли, остались только профессионалы. Кто-то уже в нижней части тропического дерева гуляет. Но я пока один из первых, что меня очень радует. Так,
Бежим сюда быстренько. Нет! Ах ты! Я не хочу, чтобы ты пришел первым. Черт, меня еще кто-то обогнал. Нет! Почему я не первый? Я второй. Я очень часто прихожу вторым. Иногда после какого-то рандомного чела, иногда после Димона. Видите, ребят, уже половина игроков прошла. Половина того количества игроков, которое должно пройти в следующий раунд. Тра-ля-ля. Но какая-то ведьма не успела. Слева от меня стоит мышь-король, как я его часто называю. А, это мышь-король Дед Мороз! Тут какую-то гоночку показали 5-го сезона. Но у нас... Паркурщики! Серьезно! Какие паркурщики? Ну какие паркурщики? Я обижен. Так, ну ладно. Не надо вешать нос. Надо проходить. Ну, конечно же, 18 человек проходит в следующий раунд. Серьезно? Серьезно? Дайте мне подвинуть эту штуку! Дайте мне подвинуть эту штуку! Это что за толпа? А, вот за это реально спаси... Задолбали игроки! Как же вы меня бесите! Двигайте эту чертову платформу! Опа. Куда вы отодвигаете это, дурачки? Ау! Черти! Черти! Да черти! Черти! Фуф, я зацепился. Ах вы черти! Дайте мне пройти в следующий раунд! Это что такое, мышь-король? Серьезно? Серьезно? Как же меня это бесит! Я не прошел в следующий раунд. Спасибо большое, игроки! Вы сами себе испортили все веселье. И теперь это веселье превратилось в какое-то невеселье. Как же меня бесят эти игроки. У них абсолютно нет мозгов. Нужно не только стремиться к прохождению в следующий раунд, но и думать! Думать! Чтобы мне нацепить. Нацеплю медальку, которую не видно. Ладно, видно краешек.
40 человек. С одной стороны, все заходят быстро, с другой стороны, медленно. Кстати, ребят, хочу сказать новость по поводу F1 2021. Я лучше дождусь скидки на него, а то он как-то слишком дорого стоит, как для подобной игры. 58 человек, я так понимаю, начинают эту игру. 57 даже. Головокружительная высота. Ты ж... Дайте мне что-нибудь новое. Без колотушки. Я хочу заспидранить. Но получится ли это у нас? Вау. Лучше упасть вниз и просто так вот бежать. Сорок человек проходит дальше. Кстати, да как я не прыгнул? Как я не прыгнул? Мне это испортило весь спидран, ах вы... Это все подкручено, ребят, это все подкручено. Это все подкручено. Я требую свое заслуженное первое место назад. Аквандроид. И зачем ты это сделал, Аквандроид? Он мог спокойно пройти в следующий раунд. Что ему мешало это сделать? Может, его тупость собственная? Скорее всего, так. Ну что ж. Давайте, сейчас опять подкину что-нибудь старое. От этих картинок... Новых, просто голова кругом. Давайте. Опять что-нибудь старое, наверное, подсу... Ярость носорога! О, террас! Уклоняйтесь от носорогов и оставайтесь внутри. Это будет сложно, мне ка... Тихо. Тихо. Ой, ой, ой-ой-ой. Нет! Вау! Вау! Носороги! Спасите! Носороги! Черт, носорог на меня поехал! А, это выживание не на определенное количество игроков. А на любое количество игроков. Есть какие-то, не знаю, похожи на батутики. Это кувшинки, ребят. Вроде бы у них функция батута. Ой, люди вздыхают. Оу! 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 Черт! Это чертов носорог! Он за мной бежит! Спасите! Безумные носороги! Но мы все равно прошли. У тебя ярость носорога. А сколько людей сдохло? Много. Довольно много для первого раза. А может быть и мало. Ладно, не надо жадничать.
Серьезно? Да какие паркурщики? Ребят, паркурщики и мастера воротов — это пока что самые сложные гоночки. Fall Guys. Поэтому нам нужно их избегать. Но рандом решает все по-другому. Опа. Да. Черт. Да. Дайте зацепиться, черти. Получилось! Я не могу в это поверить! Это реально трудно поверить, но... Так, ну что ж, нашу платформу будут толкать или нет? Единорог, зачем ты это сделал? Ты же знал, что упадешь! Алло, нашу платформу будут толкать или нет? Хватит на нее прыгать. Фу, получилось зацепиться. Отлично. Ну и? А! Так можно просто взять и зацепиться. Отлично. Отлично. На этот раз паркурщики все-таки нам покорились. 14 игроков проходит дальше. И у меня теперь насчет этого очень большие опасения. Потому что, вы сами понимаете, 14 число четное. А четные числа поменьше 30, ну или само число 30, они довольно-таки несчастливые. Для тех, кто не понимает, о чем я... Знаете, я имею в виду о командных раундах. Командные раунды очень жесткие. И в них все решает рандом. Вот как здесь. В штрафных бросках. Серьезно. За что мне это? За что мне это? Воу. Нет, чертовы! Надо держать его. Задерживаем. Нет, давай прыгай, чел! Красавчик. О, золотой мяч. Золотой. Нельзя допустить. Нельзя. Только попробуйте дотронуться до этого челика. Хватит! Нет! Мы сейчас проиграем! Ребят, я говорю вам, тут все решает один рандом. Ауч! Защищайте меня! Идеально! Только, ребят, нам нужно идти на защиту своих ворот. А то мы тут балду пинаем. Вы серьезно? Ребят, тут все решает рандом. Я вам это наглядно говорю. Ну вот видите, это просто что? 10-5! 10-6! Ой, где я заспавнился? 10-7! Как можно надеяться на то, что мы... Ну, смотрите. Ну, что это? Ребят, решено, нам надо атаковать. Хотя, это нам нифига не поможет. Это нам просто нифига не поможет. Надежд нет. Надежд реально нет. Мы сыграем поэтому еще одну катку. Да, для меня двух каток... Сейчас
Реально недостаточно. Не, ну ярость носорога мне понравилась. Уи, плюс корона. Мне музыка уже нравится, такая летняя, такая прикольная, такая веселая. Жалко только, что лето быстро заканчивается. Да, к сожалению. Уже прошла целая половина каникул летних, так что... Ох, как быстро проходит время. Ну ладно, пока оно там проходит, у нас уходят люди. От скуки. Вот уже 35 человек, а было 38 или сколько там? 39. Мне все, ребят, интересно. Что за новый финальный раунд появился? 58 человек начнет эту игру. Не думал. Так, но у нас старые добрые рыцарские скачки. Ох. Ребят, последнее перед пятым сезоном, что я испытывал, ну как испытывал, что я играл, это во время Слизкой башни, конечно же. Стоп, мне не показалось, или тут ники летают? Тут летают имена игроков. Не, ну ребята, это действительно так. Идем по центру. Челик! Нет! Испытаем-ка мы эти колотушечки. Ой. Как-то не очень у нас это получилось. Да что ж это такое? О! Уже хорошо. А это, думал, на колотушках нельзя сквозь это препятствие прорваться. Прошел раньше этого единорога, потому что я его обнял, конечно же. Обнимашки, ребят, они тоже ваши друзья. Они нужны не только в охотах и командных раундах. Они также могут пригодиться. Да вообще везде, ребят, на самом деле. Они могут пригодиться и в финале, и в выживании, и в гонке. И все ради самого тебя, конечно. Не успел этот дискошар. Да, это не зеркальный шар, это дискошар. У нас это 41 человек. Меня уже тошнит от всего старого, на самом деле. Я бы хотел испытать что-нибудь новое, но этого нового просто нет. Его просто нет. Ну да, два режима там испытал, пингвины, носороги. Но мне бы хотелось побольше. Видно, подборка раундов меня не услышала. Серьезно? Да какие двери? Да какое ломает двери? О, зато с колотушкой. Вот так утешение. Повеселимся или не повеселимся, кто знает. А где я? А я в первом ряду. Скоро у нас будет тропическое дерево. Костюм. Ну серьезно, почему именно та дверь, которую решил сломать я? Оказалось подделкой.
Воу. Это снежная королева свеча, она много чего знает о дверях. Воу, это Тамогус тоже много чего знает. Черт, колотушка мне не помогла. Она меня чуть-чуть подтолкнула, на самом деле это были другие игроки. Ну ладно. Главное не вешать нос. Рано или поздно все сбывается или приходит. Но только никогда 28 человек. Это уж слишком. Сейчас будет что-то командное, скорее всего, или... Или сейчас будет охота. Что-то сейчас будет из этого. А вот этого я совсем не ожидал. Вот этого я реально совсем не ожидал. Обгоните слизь и доберитесь до финиша. А, кстати, на финише булава, только не булава. Булава — это ужас. Ребят, тут реально летают имена. Так, ну вы серьезно? Как мне не удалось сократить? Так, быстрее, 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 быстрее. Быстрее, слизь на подходе, слизь на подходе. Только не палочки. Палочки все портят. Абсолютно. Так. Ха! Обманул, обманул, обманул чувачка. Ну как обманул? Обнял? Ребят, я вам говорю, обнимашки. Ваши одни из лучших друзей в Fall Guys. Воу. Людишки потихонечку убывают. Воу! Воу! Как медленно и томительно. О, здорово, бананчик, кстати. Ребят, это булава. Это нечто. Я имел в виду нечто сложное. Так. Рискнем! Уи, есть, у нас получилось. Ананасик прошел. Люди, я жду вас. Я вас жду. Вот один человек сдох. Воу, нас 10 может пройти в следующий раунд. Банан и картошка фри, они не рискуют. Воу, картошка фри смогла. А банан смог? Да? Смог бананчик? Красавчик. О нет, только не 10. Вот, ребят, поэтому я как раз и хотел кого-нибудь скинуть. Ох. Сейчас у нас командный раунд какой-нибудь будет или охота. Это уже 100 пудов. Под охотой я подразумеваю кнопочную дуэль. Десять человек. Какая королевская... Заварушка. Какая королевская заварушка? 10 человек, это слишком много. Кстати, я не помню, говорил ли я это или нет, но я не могу поворачивать курсор, пока идет отсчет. Вау! Где хвосты? А, вон у кролика хвост. У кролика хвост. А если у кролика хвост, то... Хвост, так, хвост, хвост, отобрать хвост, отобрать хвост. Нет. Ау, вау. О, черт.
Ну куда ты падаешь-то? Почему не ко мне, а? Надо его подловить где-нибудь. Опа! Ах ты чертов! Дико западовец. Опа! Оу, тихо, 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 тихо. Нет! Нет! Черт, я был близок! Я был близок! Ну ладно, ребят, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на канал. Всем удачи и всем пока!